Здравствуйте, подписчики. Нашли у друга на чердаке вот такую винтовку какого-то американского происхождения. Пумп-мастер 760, вот, 170, калибр 4,5 миллиметра. Она помповая, вот, ее накачивать. Вот так вот накачиваешь, накачиваешь. И потом вот сюда вставляешь пульку, либо шарик, вот. Это заряжаешь, вставляешь снова сюда, и вот идет выстрел. Есть оптика. Оптика тоже такая неплохая, дальняя. Что приклад полностью пластмассовый, внутри пустой, но неплохой упор. Вот тут откручивается болт, стоит, снимается. Дуло железное. Это рукоятка пластиковая. Вот сам механизм очень простой. Вот видно даже сам клапан, вот этот, который накачивает. Есть серийный номер. Есть предохранитель. Вот. Пуш. Вот, то есть так ты уже так, вот так ты уже не нажмешь. А, надо накачать. Пару качков сделать. Вот, заряжается. Но сразу вот пошел заряд. Курок встал на место. И вот, видно уже, что это срабатывает предохранитель. Не идет. Оп, нажали. Ага. Затвор другие на место. А, затвор на место. Вот, да, тоже срабатывает. Вот. Да, вот это уже предохранитель. Это тоже вроде как предохранитель какой-то, видимо. Либо что-то еще такое непонятное. Либо сюда, вполне вероятно, что сюда, может, какие-то патроны засыпают. Не знаю, потом отсюда их достают, неизвестно. Короче, что тут написано? Напишем, внимание, американская, УСА. Ну и все, непонятно, что здесь написано еще на американском языке. Так, пумп-мастер, калибр 4,5. Так, вот здесь подкручивается оптика. Оптика такая неплохая, она же и снимается, тут болтики, все. Так, вот это что? Вот это, наверное, пластик. Нет, это, наверное, не пластик, более какой-то сплав. Дуло тоже не пластиковое, железное. Рукоятка пластиковая, я уже говорил. Курок тоже железный. Ну, весит она килограмма 2, не больше. То есть очень такая легкая, мобильная. Что-то в ней трясется. Проста в обращении. Изрядил, вставил туда, назад отвел. Качать можно. Сколько качков нужно сделать, чтобы... Ну, патронов у нас в пулях нету. Найдем, покажем, как стреляет. На этом все пока.